Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-героя. Хочу сегодня попытаться взять 37 ранг. Начну, пожалуй-ка, я за ночной колпак. Ну, а дальше будет видно, что у нас там получится. Хочу еще за зеленую тень сыграть. Может быть, даже немножко за супермозга. Ну, что так долго ищете-то мне? Кстати, еще ежедневки, но там, по-моему, недоделанные какие-то. Нашли, наконец-то. Так, это у нас 10 ранг бессмертия. Угу, окей. Так, ну что, поехали. Начнем потихонечку. Ну, бессмертие, давай, чем дело? Я ведь знаю, что ты что-нибудь придумаешь. Например, летучих мышей на воду. Вот так вот даже. Почему-то он не стал ставить сюда, а почему-то он туда их закинул. Ладно. Бумс, и нет летучих мышек больше. Правда, карту получит? А нет, не получит. Еще плевочек. Гриб. Так, смотри-ка, что он делает. Давай я вот так сделаю. Да и все, пока. Тин-тинс. Такс, допустим. Ну, тут я ничего сделать не могу. Только вот так вот. И вот так. Срабатывает защита. Уничтожил. Ну, молодец, молодец, уничтожил. Все, красавчик. Что же там у тебя еще-то есть? Блин, где мои эти, я не могу понять. Че, опять свою могилку поставишь, да? Привидение. Он серьезно? Выгоним это призрака отсюда. Ну. Так, ага. А теперь смотрим. 7-10, да? То есть еще поживет. Даже вот так вот делает. Сделал, так сказать, пакость. Не, ну он серьезно, что ли, он? Ну ладно. Не понимаю я вот этой логики. Давай я сделаю вот так, наверное, и вот так. Просто хочу посмотреть. Да, смотреть не на что. Смотреть здесь было не на что. Так, ладно, победу взяли. Надо еще 4 победы взять. Так, подожди, я что-то не могу понять. Что это за колода такая? Откуда вот это вот у меня? Я что-то не врублюсь. Зачем? У меня сколько? 2 гриба, да, таких? 2 гриба. Наверное, вот этого лучше взять. Наверное.
Ну что, погнали. Посмотрим, кого тут. Блин, надо было ежедневки глянуть, что там нам надо доделать. Я до этого, ребята, играл. Мне нужно было нанести 20 единиц урона героям бессмертия. Я запарился, если честно. Я столько отхватил звездюлей, но все-таки добил. Блин, а вот это плохо. Именно ночной колпак, у него есть два противника. Это Земех и вот этот вот танцор диска, блин. Потому что он прокачку делает именно на танцорах. И там у него есть определенные бойцы, которые очень сильно мешают. Особенно эти, которые умножают, преувеличивают танец, скажем так. А, видишь, что творит? Хорошо, давай сделаем вот таким вот образом. Угу, здесь хорошо получилось. Ладно, двигаемся дальше. Задумался что-то. Он меня немножко пугает. Он меня немножко пугает в этом плане. Да ты серьезно, блин? Что-то у меня грибы есть, а прокачка грибов-то где? Твою налево, ну зачем? Ну фасоль. Почему я этому не удивлен, ребят? Вот кто там, как думаешь? Понятно. Тратится. Слушай, а он будет бомбить, если мы по нему урон нанесем сейчас? Бьет. Он бьет все-таки, ребят. Ты смотри. Вот где мой гриб? Вот, ребята, вот где мой гриб, который мне сейчас в данный момент очень сильно нужен. Я его не вижу. Ну чего? Поехали. Че? А делать все равно нам нечего. Естественно, этот йети будет улетать постоянно, а этот будет по нам постоянно бомбить. Дождик пригодится. Угу. Отлично. Потратил, ребята, он свою фиговину эту. Так, улетел, да, Карлсон? Не удивлен вообще нисколечко. Вообще нисколечко не удивлен я этим фокусом его. Так, давай-ка, наверное, сделаем вот так вот. Одна единичка энергии у него все-таки есть. Он там бомбит-то, не могу понять. Подумал, что ли? Он опять что-то своего этого, да, Гаргантюа сюда поставить хочет. Хочет и ставит. Что нам сделать?
поле. Давай посмотрим хоть что там у него. О, 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 кто у него тут появился. Ну, погнали. Ландшафт. Так, микс. Фруктовый микс. Ну, один пойдет сюда, это однозначно. Чё? Чего? Ага, вот что ты сделал, понял. Так, этого, например, мы разбомбим. Что тут еще можно сделать? Я не знаю, кто тут у него вылупится. Козел, а? Козел. Давай сделаю вот так, наверное, и вот так еще. Просто хочу посмотреть, кто там у него вылупится сейчас. Заморозку сделает, прикинь. Ну, ему тоже крышка будет. Оу. Оу. С одной стороны, даже очень хорошо, что выпадает нам вот этот гриб. Ну, ты посмотри, что творит. Ну давай, заставляй тут все, что уж там. Угу. И все. Окей. А че я радуюсь-то, ребят? А хотя подожди, если мы сейчас сюда вот на платформу поставим. Опять же, если поставим на платформу, ребят. Как ты достал, а? Ну вот серьезно говорю, ты просто заколебал. Погнали. Сделаем так и вот так. Что нам выпадает? Вот такой вот малипуська, да? И еще малипусечка. Ставим. Два грибочка, шикарно, но они уже не понадобятся. Замечательно. Так, ну что, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Ну что, ржавого разряда что-то я давно не видел. Обычно ставят его против колпачка-то. Но здесь почему-то нет. Ну давай, ну где там? Слушай, тяжело как-то идет, так почему не... Я раньше не мог... играл за зомби, не мог найти себе, да? О, вот, вот, ребята, замех. Но тут, правда, 13 ранг. Будем надеяться, что это какой-нибудь новичок. Надеяться, что это новичок, это, по-моему, самое последнее дело, да? Вот у него самый такой противный удар, который наносит 3-1. Поэтому я пока ставить ничего не буду. Видимо, чувак шарит. Родриго Коута. Что-то знакомое, кстати, название. Ну, давай я, например, вот так вот поставлю. Ну, просто проверить. О, выпадает нам орех. Смотри-ка, смотри-ка, что творит. А что это дает нам? Понял.
Ну, если я вот так вот поменяю. Смотри, смотри, что творит. Допустим. Только я сделаю вот так, наверное. И ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. И вот так. Угу. Потратился, это хорошо, ребят. А вот это не очень хорошо. Ладно, погнали. Раз, два. И это 4 стоит. Плодить, плодить, плодить. Еще раз, ребята, плодить грибы. Вот это плохо. Вот это вот очень плохо. И... погнали. И все это вот так вот прокачаем. Давай смотреть. Как бы все, да, получается. Он сейчас, естественно, этих охламонов будет прокачивать. Я надеюсь, у него нету вируса. Вирус может быть. Ну ты смотри, что творит. Ладно. Как там тут лучше сделать-то? Блин, надо и добор брать, да, в принципе, как бы. Ну и все остальное. Смотрим. Только бы вот этого не... ага, ну ладно, здесь фиг с ним. Да что там такое-то? Что за... ну, подбил, подбил, ребят. Ну, что сделаешь? Вот подбил. Да, закачал их тут всех по полной программе, я это понял. Поехали. Такс, такс. Шесть и шесть, 12, да, получается? 6 и 6, 12. Блин, кого тут убрать-то нам? Твою налево, а? Прямо задача ваш. Давай, наверное, вот этого. Поехали. Шаманство. Ух, как
Сейчас стоит ему только вирус вырубить, все, ребята, и нам тут крышка будет. А как делает? На воду, что ли, хочет кого-то поставить, да? Нет? Ох, навтыкает же, а, друзья мои, ох, навтыкает. Ну, давай вот так вот, я рискну, ребят. Отлично. Риск вроде бы как окупается. Как тут лучше сделать-то, блин? Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Давай вот так вот сделаем. Шут с ним. Жалко, что вот здесь у нас. Ох, сейчас навтыкает, да? Ладно, друзья мои. Оу, микс. Ну, если бы я знал, друзья мои, если бы я знал, что вот так все будет, конечно же, я бомбанул бы по нему. Но ведь этого же... Смотри, у него целая рука. Там, чего хочешь. Видишь, что он делает? Угу. Всех, да? Всех тут, короче, заварганил. Так, сделаем вот таким вот образом. Ну, нам-то главное что? Нам главное не получить урона, да? Точнее, урон мы можем получать, но главное, чтобы не настолько много. Вот так вот мы прикроемся. Надеюсь, он не додумается или додумается все-таки бомбануть. Все-таки додумался, да? Сейчас, ребята, неужели вот это 3 и 1, это будет фиаско? Нет. Вот это вот, вот зачем он это делает? Я не знаю, ребята. Видимо, ему нравится. В общем, все, тут победа за нами. Объяснять не надо никому, да, почему победа здесь за нами? Потому что вот этот вот микс, он примехонько летит ему в лицо, и все. Тут даже 2 микса у нас. А тут хоть пускай закачается. Это уже бесполезно. Выпендримся, да? Ну вот. Это несмотря на то, что, ребята, у него 13-й ранг. То есть это не какой-то тебе нуб. Это нормальный, качественный, так скажем, игрок, который шарит. Не просто от себя тем какой-то там сделал. Спортивная колода. Единственное, в чем его была ошибка, что он не взял стража. Есть такой страж, который щит делает. Вот если бы он его брал бы постоянно под тренера, я бы не пробил бы. Я бы со своего ландшафта не смог бы набирать, естественно, вот эти вот карты. И фейл. 10-й ранг, что-то как-то я не знаю. Ну, видишь, если клевер есть на 10-м ранге, он 10-й ранг, но показан клевер, то это сразу говорит о том, что не нуб. То есть он играл в эту игру. И то, что 10-й ранг, это еще ни о чем не говорит. Может, он, например, долго не играл и сейчас решил просто зайти в игру. Ураганчик дали мне. Да иди ты отсюда. Угу. Опять своего чучела вызовешь, нет? Давай я так вот сделаю. Он, наверное, тоже подумал, да ну нафиг. Ой, ну
Ну вот это-то зачем? Ну. Такс. Берет энергию, ребята. Берет, он взял дополнительную энергию. Вопрос, зачем? А карточку не взяли, потому что он только возле лиственных, ребята. Возле лиственных, смотри. Опа. Опачки, ребята. Доборчик какой взял небольшой. Гаргантюах и тому подобное. Значит, подготавливался, да? Значит, подготавливался. Пять энергии. Вообще не знаю, что сейчас ставить. Он опять это пугало огородное взял свое. Вот так вот, да, значит? Не канает, друзья мои, не канает. Значит, сделаем так. И вот так. Поехали. Да чтоб тебя, ну... Все растения со способностью амфибии. Блин, я вот сюда больше склоняюсь, ребята, что этот... Ох ты! Так и так, что ли, сделать? Поехали. Ох, не нравится мне, что я тут замутил. Ох, не нравится, друзья. Эти сейчас прокачаются. И буду я опять сидеть локти кусать. 3-5. Видишь, о чем я тебе говорил? Сейчас начнется. Что-то не то, по-моему, я влепил. Давай так вот сделаем. Я не знаю, что у него там. У него, возможно, есть камень, валун. Вот еще он восстанавливает себе 6 единиц здоровья. Что-то я тут не так натворил всего. Блин, фигня какая-то получается. Гриб надо было сюда ставить, а не вот эту вот трихомудию, которая у меня стоит в данный момент. Что мне этот дождик? Дождик мне тут ничего не даст. Да, ребят. Ну, ничего страшного. Посмотрим. Оп. Блин, поменял, а? Окей. Так, ну этого сразу ханыгу уничтожаем. Будет его хилять, что ли? Нет, а я бы на твоем месте его бы хильнул.
Блин, что тут сделать-то? Как тут лучше сделать, ребят? Давай так, наверное. Ну, карт у меня больше нет, поэтому, ребят, проиграю здесь. Бонусную атаку. Кого мы ударим? Развещает зомби-астронавта. Ну, не повезло, что я могу сделать. Я неправильно сделал, ребят. Ну потому что нафига я вот сюда поставил эту фасолину дурацкую. Сюда надо было ставить гриб. И я бы уже давным-давно набрал бы руку себе, понимаешь? Просто набрал бы руку. Карт себе бы набрал бы. А я поставил сюда фасоль. А фасоль, как ты знаешь, она стреляет только при использовании бобовых. То есть я сам себе выкопал яму. Вот и все. А так бы разнес бы его в пух и прах, поверь мне. Ну вот смотри, опять ржавый разряд. Я тебе тогда и говорил, что ржавые разряды против... Именно против почему-то колпака именно ржавые разряды любят выпускать. Ладно. Так. Ну что у него там? У него наверняка там валун будет. Сейчас проверим, что у него там. Заклинашки. Пускай тратится. Вон у него как. Так, давай далее. Будет прокачивать, интересно, или нет? Вирус. Ну, ты понимаешь, да? Что мы его сейчас... Конечно, урон получим, но ничего страшного. Где мой микс? Опять он со своим вирусом, а? Ну ладно. Самое обидное, что он сейчас может опять вирус вытянуть. Нет, не вытянул. Угу. Так, ребятушки. Сделаем так. И, наверное... Рисковать, не рисковать. Ладно, рискнем. О, кто у него тут? Выполз. Рыжот, блин. Пугало огородное. Ну что, теперь наше время настало. Ты заколебал, а? Пин-пин-пин-пин. А что я делаю? Подожди. Да, сейчас если у него вирус есть, будет, ребята, нам плохо. Он делает шаманство. Трындец. Все-таки нашел вирус. Выкопал, блин. А амфибию сюда еще выставляет.
Ладно, попробуем. Я не знаю, что мы тут, правда, будем делать. Урон. Так, у нас сработает даже защита. Отлично, хотя бы колпака дали. Не того я подбил, надо было... А, ладно, там микс фруктовый есть. Угу. Вот тебе и весь фруктовый микс. Ну пока вот так вот. Единственное, что мне пока в голову приходит, ребят. Блин, против ореха он же может. А, ландшафт уничтожил. Как ты заколебал своими способностями, а? Вытянутый, ну и фиг с ним. Давай, поехали. Да ты достал, у него еще и кровожадность. Блин. Ну это, ребята, уже все. Тут фиаско. Дадут ничем сегодня путевое или нет? По-вашему, путевое? Сейчас еще понизит атаку мне, блин, да, как всегда. А, здоровье восстанавливает. Значит, сыкотно ему. Боится. Ну, давай смотреть, что там у него. Конфетник. Окей. Уничтожает. Шаманство. Не, ребят, вот из-за этих мразей ничего невозможно сделать здесь. У меня по-другому слов нету никаких. Еще и вирус, все. Еще и вирус. Да это-то откуда у тебя карта-то, ё-моё. Да кач... Меня уже это не спасет. Тут уже все, ребят. Ну что, колпак, вот так вот у нас получилось. А знаешь, что самое обидное? Вот я тебе скажу честно. Самое обидное, что у меня не выпал гриб, который атакует во время применения заклинания. Вот где вот он был сейчас? Вот где этот гриб? Вот здесь он нужен был, как никогда. Но они хрен мне его дали, понимаешь? Он бы тогда подумал бы, прежде чем применять какие-то там заклинашки. Вот и все. Но тебе не дали. Тебе не дали ни микса, тебе ни хрена не дали. И, как говорится, играй как хочешь. Ладно, ребята, ржавый разряд. Поехали. Даже не стал тратить камень. Вот как ты думаешь, если я сейчас поставлю этого парня? Есть у него что-то? Должен быть валунчик или суперудар у тебя есть. Я чувствую, ребята. Каренти, ты меня не обманешь. Безумие. У него, ребята, безумие. Но ему все равно крышка, да? Он мне ударит урон, но мы ему тоже звезданем. М-м-м. Ответ неправильный, парень.
Поехали. Так, 4 и 11 хп. Блин, ну у него сейчас работает эта штука, ребята. Ну, кого он сейчас поставит? Ну, понятно. О, как. А вдруг сейчас... Сейчас посмотрим, что ему выпадет. Надеюсь, не то, что я думаю. Нет? Или все-таки то? Угу. Давай вот этого вот. Вот это убери. Окей. Поехали. Так, получается 5, 6, 7. А, все, импушка. Хотя сработает у него, наверное. Да. Но это уже все, это не поможет. Ну вот так вот бывает, ребята. Вот выпадет тебе карта, и все. И ты хоть тут стой, хоть падай. Это называется неудачно. А, вот оно что. Вот у него что есть. 2 и 2, это 4. Давай. Раз, два. Да и в принципе и все. Ну тут ничего не сделаешь. Ну если у тебя, конечно, есть сердечко, ты можешь... Нет. Ничегошеньки он сделать не смог. Ну вот так вот, ребята, вот выпадет вот неудачно. Вот у него 100% неудачно. Я знаю, что он хотел сыграть на спортивной колоде, но... Никак, никак не удалось. Ладно, давай последнюю партию сыграем. Думал, быстро мы с тобой залетим. Но видишь, твою налево, опять этот. Дайте мне фруктовые миксы. Балалайку тебе, а не фруктовый микс, Рэй, запомни. Никаких. Если сейчас опять выпадет ему эта хулиганка. Я думаю, ты понял, о ком, да, я говорю. То можно, в принципе, сворачивать удочки. Ну, вот так вот я сделаю, к примеру. Камень есть? Валун есть? Нету. А может быть, есть. А может быть, у него даже флакончик есть, ты понимаешь? Сумма из, что ли, здесь у тебя? Может быть и такое, ребят, давай проверим. Угу, сумоист. Пофигист. Либо его миксом подбивать, либо же выставлять этот гриб. Ничего делать. Пам-пам-пам, да? Да что ты? Не понял, юмор, а что такое-то? Ну почему сюда-то? Почему сюда-то? Вот ты, вот зачем ты вот сюда вот выпал, а? Вот скажи мне на милость. Выпало мне. Птичка выпала из гнезда, блин. Понятное дело, что сейчас у него защита, это как всегда. Сюда прибавишь силенки, наверное, да?
Давай я так вот сделаю, блин. Припарит, если честно. Угу. Кому выстрел сделать? Ну, конечно же, вот этому. Конечно же, блин. Успел, да, все-таки воспользоваться. Успел, ребят. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Так. Это что за фокусы ты там собираешься делать, парень? Скажи-ка мне на милость. Какое-то сейчас будет заклинание применяться. А какое? Ага, вот какое. Так, я беру заклинание. Так, секундочку, ребят. Как не вовремя позвонили-то, ё-моё. Так, что у нас тут происходит? Происходит беда, я смотрю, да, у нас? Беда. Угу, сделаем так. Дальше что? Ну попробуем, посмотрим, что он сейчас сделает. Блин, вот этот вот на воде, ну вообще, ребят, не в тему, если честно. Шаманство берет. Ну, прокачивает он своего этого. А почему ты не стал вот этого убивать? Я, ребят, логики не вижу немножко, если честно. Так, сколько мы там, по-моему? 11 здоровья, да? Ух. Этот гриб, конечно, молодец. Это хорошо, что он выпал. Чего? Ага. Давай посмотрим. Ты опять своими вытягиваниями двух карт. Ты как-то меня достал. Прокачивает этого. Ага. Кого ты сюда хочешь влепить? Мне вот непонятно. Кого ты хочешь поставить же сюда? О как! О как, друзья мои! Понимаешь? Тут уже хочешь не хочешь, а придется вот так вот делать. И это не прихоть, ребята. Сейчас будет такой тут разлет. Все, нам, по-моему, кранты сейчас будут. Почему этот гриб не звезданул в него, а? Куда-то в бок. Так, ладно, друзья мои. Надо мне сейчас уходить. Позвонили мне тут. Немножко сбили меня с панталыги. В общем, последний поединок не очень хороший. Так что, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.